Друзья, вас приветствую, Питер Залмаев на канале «Утро Славян». Вы смотрите «Залмаев Директор». И традиционно по вторникам мы рады приветствовать нашего первого гостя, журналиста Игоря Яковенко. Игорь, приветствую вас. Питер, здравствуйте. Разумеется, начинаем с визита премьер-министра Венгрии Орбана, который прибыл в Киев впервые с 2012 года. Ранее об этом визите сообщала газета Financial Times. Накануне 1 июля к Венгрии перешло председательство в Совете Евросоюза, а несколько дней назад Орбан говорил с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе. Орбан сегодня призвал Зеленского прекратить огонь для начала переговоров с Россией. Игорь, очень хотел бы услышать от вас ваше мнение, что, собственно, побудило Орбана на такой визит? Можно ли его рассматривать в качестве эмиссара Кремля, исполняет ли он задание Кремля, или же, может быть, он играет роль такого свободного агента, хочет себя писать в историю посредством такого посредничества, простите за тавтологию, и мы знаем, что, собственно, такая ярая пропутинская позиция премьер-министра не столь популярна в Венгрии, и ему дышат очень серьезные сейчас политические конкуренты прямо в спину. Вы знаете, Питер, я не вижу здесь альтернативы в этих двух вариантах. Я думаю, что здесь есть и те, и другие мотивы, и то, что это посыльный Кремля, это первое, что приходит в голову, то есть вот человек, который сейчас получил, такую административную власть, а мы знаем, что, хотя формально председательство в Евросовете, в Евросоюзе, это, формальная должность, то есть там, но тем не менее, полномочия там довольно увесистые. Это полномочия вносить вопросы, ставить на голосование, формировать повестку дня, и мы видим, как с помощью тоже такой же формальной должности спикер Палаты представителей Майк Джонсон, один человек, фактически вопреки воле Конгресса, на полгода задержал помощь Украине. Один человек, Майк Джонсон, который всего-навсего спикер Палаты представителей. Так что вот эта вот процедура, а должность процедурная. То есть, на самом деле, депутат и депутат. И здесь то же самое. Должность, вот эта вот функция процедурная, но роль может оказаться огромной. Я думаю, что проблемы Украины в связи с этим, с этим председательством Орбана фактически в Евросоюзе, они могут быть серьезные. В частности, могут быть очень серьезные торможения вот этого движения вступления в ЕС. Потому что это серьезная длительная процедура, и, в общем, в течение полугода она может тормозиться. Теперь, что касается его визита и цели. Я думаю, что все-таки трудно представить себе, что этот визит, учитывая позицию Орбана, не был как-то согласован с Кремлем, и предложения не были согласованы с Кремлем, учитывая абсолютно прокремлевскую позицию Виктора Орбана. Ну, а заодно, почему бы и не получить лавры, если получится, почему бы не использовать это для того, чтобы получить лавры миротворца, человека, который усадил, не за один стол, но, по крайней мере, сблизил позиции Путина и Зеленского. Само по себе предложение, которое прозвучало, прекратить огонь, на самом деле, это предложение как раз очень сильно на руку Путину. Очевидно, что прекращение огня со стороны украинцев, в то время как сейчас как раз выравнивается в артиллерийской дуэли, в общем, силы постепенно выравниваются, и сейчас будут поставки F-16, то есть на самом деле прекращение огня, конечно, в пользу Путина, безусловно, с его вот этой вот политикой затяжной ползучей войны, тем более, что, зная повадки российского президента, мы не можем исключить, что Украина прекратит огонь, а России нет. И такое тоже бывало неоднократно. Поэтому я думаю, что в целом, вот, откровенно говоря, ничего хорошего для Украины я от этого визита не жду. Понятно, что желательно там как-то попытаться все-таки уменьшить агрессивное неприятие Украины и торпедирование всех предложений, которые идут на пользу Украины со стороны Венгрии. Не знаю, удастся это сделать украинским дипломатам и украинскому президенту. Это большой вопрос. Но надеюсь, что что-то хотя бы смягчить позицию Орбана получится. Тем более, что Орбан выкатал свои условия,
это венгерские меньшинства. Ну, в конце концов, что там уж такого особенного может быть потребовано? Придать какой-то статус? Ну, не знаю. А что касается там школ, культурной автономии, здесь, мне кажется, у Украины с этим вообще никаких проблем нет и быть не может. Да, вот, кстати, множество из этих вопросов, чуть ли не все пункты, которые поднимались с венгерской стороны, были удовлетворены украинской стороной. Это дало повод, собственно, сейчас Орбану оправдать свой визит. Знаете, но опять-таки тут не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что Орбан сейчас под прицелом и брюссельских политиков, уже Бельгия говорит о том, что может быть там очень стоит подумать, чтобы нахрен собачий, простите меня, исключить эту Венгрию уже. И как минимум, может быть, лишить ее, начать с того, что лишить ее права голоса. То есть его поджимает, опять-таки, и изнутри политика, и Брюссель очень недоволен роль тароянского коня, который для себя перенял Орбан последние несколько лет. Вы знаете, ну, я вот, поскольку это вопрос очень актуальный, я пытался все-таки найти в документах, в уставных документах, в договоре о создании ЕС процедуру исключения. Я ее не нашел. Может быть, это особенности моего зрения, но, насколько я понимаю, все-таки такой процедуры нет. И это понятно, что здесь, ну, наверное, могут быть какие-то технологии там, голосования, возможно, может быть, внесение такого пункта в уставные документы ЕС. Но это, опять-таки, потребует консенсуса. Проблема ЕС – это консенсус. И это, конечно, очень такая демократическая, гуманная форма. Но я думаю, что даже попытка каким-то образом внести в уставные документы Европейского Союза норму об исключении – она не наберет большинства, то есть она не будет единогласно принята, потому что помимо Венгрии, там есть еще страны, которые, так сказать, могут заподозрить, что их когда-нибудь могут исключить. Там та же самая Словакия и так далее. То есть на самом деле, как мне кажется, все-таки вот на сегодняшний момент версия об исключении и, скажем, угроза исключения из Европейского Союза перед Венгрией не стоит. Ну, придется терпеть этого троянского коня, ну, каким-то образом, может быть, создавать ему условия, при которых вот такой вот антагонизм, противостояние с Европейским Союзом будет для Орбана невыгодно в плане личной политической, продолжения личной политической карьеры. Я думаю, что это единственный способ угомонить этого большого друга Путина. Ну, на самом деле, да, большой друг Путин сейчас работает на формирование политической силы в Европарламенте, войдя в альянс с правыми, ультраправыми, австрияками и чехами, собственно. И вообще сейчас, разумеется, мы говорим о целом таком фоне укрепления позиций правых партий в Европе. Возможно, это ведет Дональд Трампа на выборах президента США. И в контексте, разумеется, достаточно слабого перформанса, скажем так, Джо Байдена, который ошеломил не только политический эстаблишмент США, но и европейцев встревожил. И вот страны НАТО в этом контексте подготовили ряд мер, которые направлены на долгосрочную поддержку Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылка на источники. В частности, альянс намерен направить в Украину высокопоставленного гражданского чиновника, который будет отвечать за координацию военных поставок. Кроме того, НАТО планирует учредить в местном городе Висбаден новая команда для координации поставок военно-техники, оружия и обучения военнослужащих в ВСУ. Разрабатывать такие меры начали еще несколько месяцев назад, однако, как отмечает газета, они приобрели особую актуальность, как я уже сказал, после слабого выступления Джо Байдена на теледебатах с Трампом. Ваше ощущение сейчас, Игорь, мне интересно, в контексте очень серьезного такого, скажем так, повтора успеха ультраправых на выборах Франции, первый раунд, второй раунд, но уже вырисовывается картина, что Макрон очень сильно, возможно, просчитался, вот, пойдя на такой авантюрный шаг. И как вам сейчас видится потенциальный сценарий при приходе вот такого рода партий к власти, или, скажем так, не власти, но, по крайней мере, кресло премьер-министра может быть как раз под таким персонажем, господином Барделло. Как это может отразиться вообще
кратко и долгосрочно вообще все безопасности Европы, и что касается определения путинской агрессии. Вы знаете, правый поворот – это, конечно, очень опасная штука. Вот, то есть, ну, то, что вероятность прихода Трампа к второму президентству, что он станет не только 45-м, но и 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, видимо, после дебатов она очень близка к 100%. Особенно с учетом того, что стало известно, что, ну, некоторые подробности. Во-первых, стало известно, что, значит, Байден точно не собирается сниматься с предвыборной гонки. Это значит, что опять-таки сойдутся Трамп и Байден. Вероятность того, что он отыграет на сентябрьских дебатах что-то, ну, она очень близка к нулю, потому что, вот, насколько я понимаю, восприятие уже, значит, всех этих дебатов, никто уже не обращает внимания на содержание. Никто уже не обращает внимания на то, кто что говорит. Обращает внимание только на мимику Байдена, на то, сколько раз он запнется, сколько раз он пошатнется, сколько раз он, так сказать, что-то не договорит, фразу какую-то и так далее. И при таком подходе Трамп побеждает 100%. Я думаю, что ему хватит все-таки политического опыта не сорваться, не попасть в ту ловушку, в которую он попадал, так сказать, 4 года назад, в предыдущих двух дебатах, когда он хамил, когда он набрасывался, когда он оскорблял Байдена. Но его позиция очень выигрышная. Он спокоен, и он рассчитывает на то, что Байден споткнется сам, похоронит себя сам. Что Байден успешно и делает. Значит, что касается, то есть вероятность того, что Трамп будет 47-м президентом США, она, мне кажется, очень велика, и это действительно значит, самое главное, что это значит непредсказуемость. То есть никто, на самом деле, я думаю, что и сам Трамп не может сказать, что, ну, понятно, что он будет делать с миграцией, с границей, понятно, что он будет укреплять мигрантов, он будет гнать, это все очевидно. Но что он будет делать с Украиной, на мой взгляд, сегодня не знает никто. Потому что его безумное заявление о том, что он предложит мирные переговоры, и в случае, если Путин не согласится, то он завалит Украину оружием, а если Зеленский не согласится, то он лишит Украину поддержки. Это предложение совершенно безумное, потому что непонятно, а в чем, собственно говоря, будут заключаться мирные переговоры. Какие условия он предложит? То есть Трамп решает за Украину, за Россию, за весь мир, решает, где будет проходить граница, что будет считаться Украиной, что будет считаться Россией, как вообще будут складываться, так сказать, отношения между Украиной и Евросоюзом в этом случае. То есть вот он предложит такой вот демиург, предложит, значит, Украине и России какие-то свои условия. И дальше что-то произойдет. Понятно, что в этой ситуации вероятность того, тем более, что я не думаю, что вообще существует какое-нибудь предложение, любое, вообще написанное на любом языке, сложенное из любого набора букв, которые могут принять одновременно Путин и Зеленский. То есть не существует точки пересечения между интересами и представлениями о завершении войны у Путина и у Зеленского. Там вообще нет пространства для какого-то общего. То есть это исключено. Поэтому это, так сказать, чисто популистские лозунги, которые могут только навредить. Поэтому, конечно, скорее всего, это будет тяжелые 4 года. То есть мы видим, что у Украины сейчас, скорее всего, будет тяжелые полгода, когда Виктор Орбан председательствовать будет в ЕС. И тяжелые 4 года, когда, скорее всего, после февраля 2025 года, когда, скорее всего, Трамп снова въедет в Белый дом, и это будет тоже тяжелые 4 года. Значит, поэтому совершенно логично, что
центр помощи, центр тяжести помощи Украине перечисляется в Европу. А учитывая то, что в Европе происходит не только Франция, это Болгария, то есть в Болгарии только что выборы прошли и победил, так сказать, тоже сторонник России. То есть, на самом деле, довольно много, так сказать, если посчитать, то, конечно, не большинство сейчас людей, политических режимов, которые скептически относятся к помощи Украине, но их уже становится не один и не два таких вот режимов в Европе. И поэтому совершенно логично, что те, кто все-таки абсолютное большинство европейских государств, сторонники помогать Европе. То есть остается и Германия, и все скандинавские страны, Великобритания, все балтийские страны, значит, да и юг то же самое, там Италия и так далее. То есть на самом деле Польша, Румыния, то есть абсолютное большинство стран Евросоюза являются сторонниками даже увеличения помощи Украине. Поэтому вполне логично, что создается вот такой вот институт, я бы сказал, европейская помощь институциализируется, обрастает институтами. Это хороший знак, это гарантирует и помощи, вот европейской помощи Украине, гарантирует то, что она не исчезнет в результате каких-то кадровых изменений или в результате каких-то капризов каких-то чиновников, как это было в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я думаю, что это хорошая новость, и фактически она укрепляет уверенность в том, что никакого захвата Украины, никакого захвата даже крупных городов Украины со стороны российских оккупантов не будет. Ну, Игорь, тут нужно еще тоже внести определенную коррективу в понятие вообще правых, и тот факт, что и тональность, она постоянно меняется, несмотря на то, что они апеллируют к усталости электората по поводу иммиграции нелегальной и войны в Украине, которая тоже стоит определенных доходов, недостатка, скажем так, да, недополучения доходов европейским экономикам и так далее, наплыв украинских беженцев и так далее, все это мы понимаем, и тем не менее тональность такова, что даже этот Ассамблея Национальная, то есть Rally, National Rally партия, новая партия, переименованная партия Мари Лю Пен, тоже уже говорит о том, что не желает победы Путина и поддерживает, по крайней мере, на словах Украину, просто не собирается ей давать ментальное оружие. И все-таки не забываем Джорджия Мелони, в ней мы видим яркий пример партии, главы партии, преемницы Бенито Муссолини, которая является той правой, которая абсолютно четко понимает необходимость защиты цивилизационных рубежей Европы, куда Россия, собственно, путинская, явно не входит, а Украина входит. Да, это так. Безусловно, и здесь нет четкого разделения, что все правые за Путина, все там центристы и левые против. На самом деле мы видим примеры и тех левых настроений, по крайней мере, если говорить об общественных настроениях, мы видим, что довольно много тех, кого принято называть леваками, они оказываются за Путина, так что здесь вот такой вот четкой демаркации нет. Но в целом, безусловно, вот этот вот правый поворот, он все-таки скорее плохо, чем хорошо для Украины, ну и для Европы в целом. Да, увы, много очень действительно неясностей. Новая метла по новому метет. Разумеется, никто эту истину не отменял. И вот в этом контексте интересно, что российские элиты начали готовиться к войне с НАТО. Высокопоставленные чиновники и группы бизнесмены, поначалу пребывавшие в шоке от войны, в Украине не просто приспособились к ней, теперь обсуждают, как будет выглядеть победа. Об этом пишет не какая-то там российская желтая пресса, а об этом пишет Foreign Affairs. Это самый престижный, такой давнишний журнал международных отношений Америки. То есть это establishment такой, чистый establishment. И успехов на поле боя в Украине может оказаться, разумеется, недостаточно, чтобы победить своих настоящих врагов, что не в Брюсселе, Путин может напасть на кого-то из членов НАТО.
говорят близкие к нему люди. По мнению представителей элиты, наиболее вероятно, что в Эстонии и Латвии будет применена уже отработанная схема, это организовывает запрос к Кремлю о помощи со стороны русскоязычных жителей одной из этих стран, якобы притесняемых ненацистским режимом, в ответ российские войска пересекают границу, захватив несколько городов, например, Нарву в Эстонии, русскоязычную Нарву. Это позволит Путину проверить, действительно ли страна Альянса готова спровоцировать третью мировую войну из-за нескольких квадратных километров у российской границы. Игорь, я знаю, что вы скептик на эту тему. Если я не ошибаюсь, мы с вами говорили, и мы сказали скептик на тему того, насколько Путин готов к подобным действиям. Но, опять-таки, сейчас мы не говорим о открытом полномасштабном вторжении, а мы говорим о таких вот продолжении гибридной такой тактики ведения этих войн, подстыкания, проверок. В этом контексте приблизились мы к такому сценарию, или, на ваш взгляд, все равно остается маловероятным? Ну, вы знаете, все-таки в таких случаях нужна конкретика. Если говорить о том, что Путин в целом решится вот на такую дегустацию, на такую вот проверку, так сказать, готовности НАТО вступить в войну, я думаю, что вряд ли. То есть, ну, опять-таки, есть конкретные вещи, о которых можно судить. Готов ли Путин, например, вот если так задаться вопросом, готов ли Путин, например, вторгнуться на территорию НАТО любой страны, Латвия, Польша, Литва, куда угодно, каким-то, так сказать, подразделением российских войск. Вот просто подразделение российских войск, там батальон, два батальона, полк и так далее. Я думаю, что нет. Я думаю, что этого не будет. Просто потому что если это произойдет, очень маловероятно, что у НАТО будет выбор какой-то. У командования НАТО, у тех генералов, которые будут принимать решения, естественно, там, наверное, по согласованию с политическим руководством, но я очень сомневаюсь, что у них будет пространство маневра. То есть ситуация, при которой значит, российские танки находятся, например, на территории Польши или там, я не знаю, на территории Латвии или еще где-то, а НАТО в этом случае ограничивается озабоченностью, я думаю, что это невозможно. Я думаю, что и вот подобного рода, вот если, что называется, какая-то войсковая часть направляется, начинает заниматься оккупацией территории НАТО, то ответ будет очень жестким, и в конечном итоге Путин, наверное, все-таки понимает, что ответ будет очень жестким. Ну, вряд ли он захочет проверять. Просто, ну, потому что на кону может оказаться его жизнь. Это вот что касается такого совсем открытого вторжения. Но мы знаем, что и Путин, и Лукашенко большие мастера на другого рода провокации. Это, ну, в диапазоне от пролетов российских самолетов над территорией НАТО, это запросто, это сколько угодно. Это может быть использование миграционного оружия, что Лукашенко уже неоднократно делал. Когда специально приглашается огромное количество мигрантов из Северной Африки, из Ближнего Востока, и после этого они приглашаются под обязательствами отправить их в Германию, например. И после этого происходит навал, например, на литовскую или польскую границу, что уже было. И здесь вот могут быть в условиях вот такого навала могут быть провокации. Может быть проникновение, например, какого-то небольшого подразделения тех же самых вагнеров, которые на самом деле сейчас все еще остались, и все еще небольшое количество их находится в Беларуси. То есть возможность вот подобного рода провокаций, я думаю, что возможно, она реальна, она абсолютно реальна, но это, что называется, дегустация. То есть Путин наверняка будет пробовать блок НАТО на зуб, насколько НАТО готово отвечать вот на подобного рода провокации. А полномасштабного вторжения, думаю, что нет. Ну просто, ну Путин доказал, что он любит жизнь и что он не самоубийца. Ну вот, кстати, в этом контексте, Игорь, интересно, что вот это может быть на самом деле. И если продолжается подобными провокациями, проверками, после начала полномасштабной войны в Украине российские ударные подводные лодки дважды совершали операции в районе Ирландского моря возле берегов Великобритании, об этом пишет
Блумберг со ссылкой на 3 осведомленных источника, по их словам, это беспрецедентный шаг Кремля, вынудил союзников, то есть военный союз Соединенных Королевств, принять меры по защите своих территориальных вод. Первый инцидент произошел около 18 лет назад, второй недавно. Источники сообщили, что масштабы этих перемещений вышли за рамки того, с чем британские чиновники сталкивались ранее. Ну и вчера мы об этом уже говорили в нашем эфире. Разумеется, информация о том, что НАТО сейчас предупреждает, что вполне возможно Россия стоит за заминированием целого ряда критически важных инфраструктурных объектов в Европе, в том числе и подводных и так далее. Учитывая, что Кремль обвиняет Украину и ее западных приспешников в подрыве труб Северного потока 2, я думаю, что Путин рассматривает абсолютно нормальный такой симметричный шаг, эскалационный, скажем так, который ложится в логику эскалационной спирали, о которой мы сейчас говорим. Да, безусловно, но опять-таки речь идет о провокациях. Провокации были, есть и будут. На этом стоит путинский режим, который, соответственно, является наследником там, и Судоплатова, и Берии, и так далее, и Дзержинского, в конце концов. То есть это понятно, логика путинского режима, она исключает отказ от провокаций, они будут обязательно. Вопрос, опять-таки, все-таки вторжение – это нечто иное. Значит, то, что будут провоцировать и самолетами, и подводными лодками, это вот просто очевидно, это можно 100% дать гарантию, что это будет продолжаться, возможно, учащаться и усиливаться. Но еще раз, тут, понимаете, когда мы оцениваем, допустим, то, что происходит в американской, в европейской политике, можно полагаться на здравый смысл участников этого процесса. В случае оценки политической ситуации и действий Путина, мы имеем дело с человеком в достаточной степени безумным. Но его безумие ограничено тем, что он все-таки очень ценит свою собственную жизнь. Поэтому вот в деталях предсказать, что он будет делать, довольно сложно. Но, скорее всего, все-таки я думаю, что это все ограничится провокациями, которые включают в себя и ядерный шантаж, и организацию каких-то учений ядерных, в том числе вблизи от европейской границы. Вполне возможно, что будут какие-то провокации, связанные с террористическими актами. Это тоже вполне возможно. То есть, может быть, это будут какие-то провокации, связанные с жертвами. То есть, это тоже вполне возможно. Но вот все-таки я, ну, может быть, это я ошибаюсь, это вполне, я отдаю себе отчет, что это, поскольку это не вопрос, вот, который можно посчитать, а это вопрос, который предусматривает рассмотрение той неопределенности, которая называется степень безумия Путина. Вот поэтому я оцениваю его безумие как то, которое останавливается на границе его собственного физического существования. Спасибо огромное за беседу, друзья. Напоминаю вам, у Игоря Айтеменко прекрасный YouTube, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, Игорь. До следующей недели. Всего доброго, берегите себя до следующей недели. Спасибо, вы тоже. Друзья, продолжаем наш эфир. И уже мне говорят наши редактора, что есть долгожданный следующий гость. Это уже дебют известного экономического обозревателя Вячеслава Ширяева в программе «Взломай прежде». Вячеслав, я вас рад видеть, я вас приветствую. Здравствуйте, Питер. Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Павел, не против, я хочу начать с информации о том, что Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода. По подсчетам организации, уровень балового национального дохода на душу населения в России в 2023 году составил 14,350 долларов США. А увеличение этого показателя, собственно, связано со значительным ростом военных расходов. Восстановление торговли почти на 7%, финансового сектора почти на 9%, строительство на 6,5%. По видимости ради, Украина тоже, по-видимому, немножечко была поднята в этом рейтинге в категорию более высоких, не высоких, но средних доходов и так далее. Как вообще понимать эту статистику? Понятно, что военная экономика, другие немножко реалии, но насколько есть сейчас повода радоваться этому объявлению от Всемирного банка обитателям Кремля? Ну, давайте начнем с того, что вы назвали цифру 14 тысяч долларов на душу населения. А я просто для затравки, что называется, назову цифру на 2013 год.
за год до аннексии Крыма и за год до того, как Путин начал свою геополитическую авантюру в Украине. Так вот, цифра была 15 тысяч. Вот давайте некоторое время осмыслим эту цифру, 15 тысяч. Потом было 10 лет и 14 тысяч. Вот радоваться этому или не радоваться, как вы считаете? Но, Вячеслав, справедливости ради, учитывая, как западные аналитики, правительства, которые вводили беспрецедентное количество санкций против России, сейчас их более 10 тысяч, ожидали просто крах российской экономики, Путин может показать на это как абсолютно сомнительную победу. Ну, смотрите, когда мы говорим о статистических неких категориях, надо четко понимать, что к реальной жизни простого россиянина это не имеет никакого отношения. Почему? Потому что нужно смотреть, например, на место России по этому же показателю, например, в рэнкинге стран, да, то есть это там 5-6 десяток. Соответственно, когда Путин кричит о том, что Россия там вышла на 4 место или на 5 место по размеру экономики, по паритету покупательной способности, да, в этот же момент надо ему задать вопрос, а на душу населения мы на каком месте находимся? Месте, кто нас обгоняет, какие страны, да? Например, Китай нас обогнал по ВНД на душу населения, то есть вот по тому самому доходу, который мы сейчас обсуждаем, еще, по-моему, в 2014 году или в 2013 году. Соответственно, это было давно. Хотя в Китае там в 10 раз больше населения, чем в России. Любой показатель, делимый на население, это лучший показатель. Да? То есть, когда мы делим на количество людей, мы получаем реальность, сколько зарабатывает, имеет, какой доход имеет каждый житель, допустим, Китая и России. Так вот, вы правильно привели пример Украину, где есть отток населения в связи с понятными событиями, и люди выехали из страны. И понятно, что чем меньше населения, тем больше, доля каждого в национальном доходе, да, во внутреннем национальном доходе. В России то же самое происходит. То есть, как минимум, 1 миллион только уехало в мобилизацию, да, и мы сейчас не будем, жонглировать цифрами, а какие потери, сколько людей погибло, сколько людей покалечено на войне и так далее. Соответственно, Россия тоже имеет такой фактор, что чем меньше население, тем больше доход на каждого оставшегося в России живого человека. Это первое. Второе. Нужно понимать, что происходило в России в связи с этим показателем. Например, ВНД, вот этот доход, национальный доход, чем отличается от ВВП? Потому что мы привыкли слышать про ВВП в основном, да, валовый внутренний продукт, то есть это стоимость, добавленная стоимость в экономике. А вот ВНД это то же самое ВВП, только с учетом внешнеэкономического баланса, то есть оттока, притока капитала. Соответственно, чем больше, например, у страны зарубежных активов, с которых приходит доход в страну, и меньше оттока, то есть, например, иностранцы, владеющие в России в данном случае какими-то активами, выводят деньги, да, то вот эта вот корректировка и оказывает влияние на ВВП. Соответственно, в 2022 году иностранцы, убегая из России, вытащили 220 миллиардов долларов. 220. Слушайтесь в эту цифру. Понятно, что эти цифры очень сильно повлияли на ВНД, на вот этот вот доход, который считается в связи с рейтингом Всемирного банка. А больше просто вывозить нечего, да, уже иностранцы все вывезли. Соответственно, Россия не может больше, условно говоря, испытывать давление от этого фактора. Вот и все. То есть мы берем абсолютно статистически, мало имеющие к жизни простого россиянина цифры. Мы имеем некое движение, да, в очень условном понимании. Высокие доходы, средние доходы, низкие доходы, да. Соответственно, когда звучат высокие доходы, многие подумают, что вот мы теперь как в Америке или в Германии живем, да. Конечно же, этого нету. Понятно, что это условная очень граница 14 тысяч, и она на 1000 долларов меньше, чем 10 лет назад. Поэтому радоваться точно не следует никому по этому поводу. Но определенные тенденции того, что внешнеэкономическая деятельность России, отток, приток капитала практически исчез, такой фактор, да, из российской реальности, тоже нужно учитывать. А хорошо ли это или плохо? Так это очень плохо, потому что в эру глобализации экономика может обеспечивать рост благосостояния только будучи
частью мировой системы. Мы прекрасно знаем, что за последние 40 лет бедность в третьем мире так никогда не сокращалась, как вот за эти 40 лет. Вот за эти 40 лет она сократилась кардинально за счет того, что третий мир встроился в мировую экономику. Открываются заводы, фабрики, снижается, так скажем, уровень бедности и так далее. А Россия выпилила себя из этой системы, которая позволяла 40 лет всем догоняющим странам включаться в мировое разделение труда и встраиваться, получать свою часть доходов. Поэтому то, что сейчас огромные проблемы с платежами, как вы знаете, да, то есть санкции прекрасно начали работать именно в тот момент, когда Запад начал ударять по финансовому сектору. И вот эти проблемы с платежами, первый зампред Центробанка, по-моему, 3 или 4 дня назад в Питере, назвал причиной возможной погибели российской экономики. Это не паникеры экономисты из-за рубежа кричат про погибель. Это первый зампред Центробанка Российской Федерации. Сказал, что российской экономике будет очень плохо. Слово «погибель» я беру в кавычках, это его слово. Да? Потому что проблема с платежами из-за того, что Россия не может получить деньги за свой импорт, не может за свой, ну, то, что она вывозит, да, не может расплатиться за то, что она ввозит из Китая, из Индии, из Турции и так далее. Соответственно, это все сулит крах. И он предлагает, говорит, давайте использовать криптовалюты, давайте использовать свопы. Ну, свопы это вообще такой анахронизм, да, это условно говоря, когда вы не можете получить живые деньги, вы как бы заключаете контракт на то, что деньги пришли, они на самом деле не пришли, а потом этот второй еще контракт заключается, по которому вы должны купить на ту же сумму что-то в противовес. Ну, по сути, бартер, да, если там народным языком как-то выразиться. То есть Россия без денег, с какими-то цифровыми криптовалютами, непонятными фантиками, с каким-то бартером. Это все, это как бы конец. То есть можно вообще выпиливать из всяких дальше рейтингов Всемирного банка, потому что их считать будет невозможно. Вячеслав, знаете, в этом контексте вот просто, что называется, и смех, и грех. Тут я читаю о переводе России в категорию стран с высоким уровнем доходов, и тут же зачитываю следующую новость, опять-таки о доходах. О доходах, ну, на этот раз, доходах российских компаний, которые рухнули на треть из-за санкций. Это следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы. Причина в том, что бизнесу приходится перестраивать логистику для торговли с дружественными странами. При этом уровень рентабельности организации вышел на уровень 2019 года. Некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности машиностроение. Это напрямую связано с войной в Украине и гособоронзаказом. Эксперты, вот, Вячеслав, вот это интересно, вот, перестраивание логистики для торговли с дружественными странами. То есть те страны, которые, которым зажимая нос, они как бы нормально торговать с государством военным преступником, это и есть это транзакционные косты, да, то есть transaction cost, перенаправка в том числе и торговли нефти и газа и так далее, да, куда более долгие логистические цепочки, я правильно это понимаю? Смотрите, на сформирование себестоимости... И обход санкций, то есть, конечно же, обход санкций через эти страны, закупка, допустим, тех же, да, частей, запчастей, через Армению, через Казахстан и так далее. Вот знаете, благодаря всем этим событиям экономики, когда стали кричать, что санкции не работают, российское население, я думаю, очень многие экономические термины начало изучать и понимать. И вот то, что вы говорите про транзакционные издержки, transaction costs, это прям важнейший сейчас фактор вообще экономической действительности России. И люди, которые понимают, что это такое, они хватаются за голову. Почему? Потому что есть замечательная поговорка: за морем телушка, полушка, да рубль перевоз. Вот это вот касается абсолютно точно транзакционных издержек. То есть когда условно, я не знаю, что-нибудь в Китае, там какое-нибудь комплектующее для вашего производства стоит там 5 юаней, но чтобы эта комплектующая какая-то пришла в Россию, нужно заплатить мало того, что перевозку, да, надо заплатить компаниям-посредникам, которые купят сначала на одну страну, это заплатят какие-то пошлины, передадут в другую страну, еще перевозка, еще все хотят заработать. Понятно, что вы, как предприятие, теряете в своей рентабельности, теряете в своих доходах тоже. И это первый фактор очень важный. Конечно, второй сейчас по важности – это отсутствие рабочих рук. То есть реально убитые в Украине, искалеченные, сбежавшие от войны, от мобилизации,
они лишили рынок труда огромного количества ресурсов труда. И я вот на днях говорил с одним товарищем, оставшимся в России, который имеет предприятие, и он говорит, в два раза мне стоит за год больше любой сотрудник с учетом налогов. То есть мне в среднем теперь сотрудник обходится там в 2,5 миллионов рублей в год, а у него их 50. Он говорит, я ни в один контракт никогда не закладывал, что у меня 100, там 25 миллионов рублей в год, только затраты на людей, на просто на специалистов. Да? Это в два раза рост. Перевозки. Нет автомехаников совсем. Любой автоперевозчик выставляет двойной тариф, потому что много машин на приколе. И, соответственно, предприятие вынуждено платить любую, там, опять же, комплектующие, стройматериалы, доставить на производство, да, в два раза дороже. Машина не 20 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей, условно. Конечно, бизнес загибается, конечно, предприятия загибаются. Кроме оборонки, которая может прийти к Силуанову и сказать, дайте нам, нам не хватает на строительство завода танкового, там, еще 50 миллиардов. И им, конечно, откатят. Но, допустим, моему товарищу, у которого контракты заключены там 2 года назад, год назад, да, условно, ему надо их довыполнить, и он и не уехать не может, и все, как бы он вынужден их довыполнять себе уже в убыток, уже ни о какой прибыли по этим контрактам речи не идет. Вот в таком примерно положении находится бизнес, экономика России. Два фактора давления, правильно зафиксируем еще раз, внешнеэкономические ограничения и страшнейший дефицит рабочей силы. На третье место можно смело ставить ставку Центробанка, то есть стоимость кредита, стоимость денег в экономике, да, она запретительная. Соответственно, предприятия тоже ложатся на бок, когда у них нет оборотного капитала. Вячеслав, а вот интересная также новость о том, что российский рынок бензина снова переживает резкий рост цен на фоне падения производства на НПЗ, которые стали, мы знаем, по сути, мишенью для украинских беспилотников и на торгах Санкт-Петербургской биржи. Стоимость бензина премиум 95 достигла почти 64 тысяч рублей за тонну, едва не обновила рекорд более чем за 9 месяцев. По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России в июне стали самыми низкими с 2022 года. Уже неоднократно, разумеется, обсуждали эту тему в наших эфирах. И вы знаете, экспертное мнение очень сильно разнится насчет того, насколько оправданно с точки зрения ведения войны вот такая нацеленность Украины и украинских беспилотников по российским НПЗ. Вот где, какое место занимаете в этом споре вы? Ну, во-первых, я первое, что могу сказать, никаким образом и никогда не буду даже мысли допускать, чтобы что-то сказать, что Украина должна делать, а что Украина не должна делать. Да? Это абсолютно выбор украинского народа и руководства. Если украинское руководство считает необходимым действовать таким образом, значит, я могу только это приветствовать в том плане, что они знают что-то, помимо того, что мы видим открытые цифры, конечно, производство сокращается, конечно, цены растут, да, но есть, очевидно, ну, стратегические задачи, связанные с ослаблением энергосектора. Почему? Ну, условно, здесь есть некая асимметрическая такая борьба. Россия бьет по генерирующим мощностям, по выработке электроэнергии, тепла, потому что у нее есть ракеты, и ракетами можно разрушить крупные защищенные бетонированные объекты, как, например, корпус электростанции. Да? Украина не может бить по электростанциям России, потому что у нее, ну, те ракеты, которые ей дают Америка и союзники, они не предназначены для поражения гражданской инфраструктуры, и я думаю, что Украина бы и не стала это делать. Но беспилотниками действительно можно повредить незащищенные бетоном всякие емкости, трубопроводы на нефтеперерабатывающих заводах. Да? То есть эти установки, они не защищены бетоном. Поэтому это как определенная асимметрическая борьба, и Украина может ее себе позволить. И это на энергетическом вот этом, как бы, противостоянии очень болезненно для России, еще раз. Иначе бы Россия не закрывала статистику по производству бензина. Да? Вы говорите, Bloomberg там сигналит о сокращении нефтепереработки. Ну, вряд ли у Блумберга есть какие-то цифры подпольные, которые нет ни у кого больше, да, потому что статистика с мая месяца закрыта по производству бензина. Можно смотреть на цены на оптовом рынке, конечно, они бьют рекорды. И единственный фактор, это как, единственный вопрос, это когда доберется это повышение до заправок, когда люди начнут чувствовать, что бензин дорожает. Но тут нужно сказать, что государство делает демпфер для нефтяников, доплачивает нефтяникам, чтобы они не повышали цены, продолжали продавать бензин по тем ценам, которые
устраивают, условно говоря, правительство. И вопрос только, сколько вот они, правительство, сможет терпеть этот раздувающийся дефицит бюджета, чтобы продолжать поддерживать нефтяников. То есть из бюджета платить нефтяникам. Как только они поймут, что все, не хватает уже ни на что, вот в этот момент произойдет резкий очень скачок. Я думаю, что осенью, когда уже начнется обсуждение бюджета на 2025 год, и дыра будет очень большая, мягко говоря. Мне кажется, катастрофическая дыра. Сейчас 2 триллиона прогнозируют, но, конечно, больше гораздо будет. Соответственно, в этот момент это отменят. И встанет вопрос, а будет ли нефтянка сдерживать цены? Конечно, не будет. И в этот момент население увидит очень резкий рост на заправках. Вячеслав, а как это вообще влияет на, собственно, продажи нефти, на экспорт? Приходится ли сейчас балансировать как-то власти, чтобы и, скажем так, и население было не сильно роптало и получать валюту? Торговля сырой нефтью для нефтяников всегда выгоднее, чем работа на внутреннем рынке с этими очень хлопотными вещами, с такими как бензин, там, дистопливо и так далее. Соответственно, чем меньше они перерабатывают, тем больше они гонят на экспорт, тем ниже цены на внешнем рынке. Это как раз обратная закономерность от той, что Америка, так скажем, провозглашала, когда просила не бить Украину по российским НПЗ. Это первое. Второе. Конечно, для России, ну, скажем так, экспорт нефтепродуктов, который там на десятки миллиардов долларов, да, он в основном не про бензин. То есть бензин занимает в структуре экспорта нефтепродуктов России незначительную долю. Да. Соответственно, это не влияет особо на экспортные возможности России, это сильно влияет на внутренний рынок, и это никаким образом не влияет на мировой рынок с точки зрения цены, мировой рынок нефти. Вот я нахожусь примерно в этой категории людей, которые говорят, что ну, для России это очень болезненно, для населения это болезненно будет, когда государство перестанет дотировать нефтяников и цены взлетят на бензин, потому что они растут на оптовом рынке. Ну а соответственно, дальше уже выбор Украины, какую цель она преследует и почему она это делает. Но смотрите, ведь нефтяной рынок устроен так, что любая страна может еще подоткрыть крантиков и вывалить на мировой рынок миллионы баррелей, да, понятно, что все как бы находятся в ситуации самоограничения ОПЕК+, хотя он уже фактически не действует, ОПЕК+, это соглашение, но никто его не выполняет, то есть все выкручивают краники, как им нравится, да, могут еще больше выкрутить и больше вывалить на рынок. Это как с алмазами, есть два рынка таких очень крупных, алмазы и нефть, которые на самом деле больше и алмазов, и нефти, чем вообще нужно миру. Вот их больше производится, да, и, соответственно, De Beers — это естественное такое ограничение, самоограничение. Мы не вываливаем на рынок все алмазы, которые можем вывалить, иначе цены на алмазы будут сравнимы с ценой семечек. Вот я даже не утрирую, да, это такой вот рынок, чтобы вы понимали. Также и нефть. Соответственно, нефть можно вывалить, и Россия может больше вывалить. Поэтому здесь, ну, как бы надо смотреть на реальные стратегические цели. Ну вот, если мы говорим сейчас про продажи топлива, то интересное вот, развитие сейчас по поводу газа, потерявший 2/3 экспорта и получивший рекорды в своей истории убыток, «Газпром» испытывает проблемы на одном из последних крупных рынков продажи газа. Речь идет о Турции. Турция, которая стала вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после прекращения поставок большинству европейских стран, резко сократила импорт из России. Об этом говорит «Интерфакс». В апреле турецкие импортеры приобрели у «Газпрома» лишь 413 миллионов кубометров трубопроводного газа. Это в 3,6 раз меньше, чем в том же месяце год назад. Вот что это, опять-таки, никто тут не наивен и утверждает, что «Газпром» будет закрываться или как-то переформатироваться, обязательно ренту он свою получит. Я так понимаю, он считается абсолютно системообразующим предприятием. Это что будет означать? Просто все больше и больше дотации со стороны федерального бюджета? Разумеется, после убытков «Газпрома» в прошлом году на 600 миллиардов рублей, смотрим и ждем конца этого года. Вопрос только, завалится он в этом году или в следующем. Я имею в виду, «Газпром» когда-то крупнейший налогоплательщик в российский бюджет. Соответственно, единственное, что его сейчас пока спасает, это компания «Газпромнефть», то есть нефтяная рента, что называется, компания бывшая «Сибнефть» Романа Абрамовича, которая была переименована после покупки «Газпромом» в «Газпромнефть». И, соответственно, нефть держит «Газпром» на плаву. Не будь нефти, которую можно возить танкерами, заметьте. Да, в чем принципиальное отличие? Нефть можно возить танкерами.
Когда у тебя труба, а по газу только труба у «Газпрома», да, никаких других вариантов на экспорт ее привести невозможно, эту продукцию. Соответственно, вот проблема вскрылась. Если говорить про Турцию, то Турция же в основном не для себя покупала газ у «Газпрома». Да, это такой был так называемый хаб. То есть Турция как бы покупает российский газ, делает его турецким, да, а потом как бы может продать его куда-то еще. Соответственно, вот этот канал, он закончился. И мы прекрасно знаем, что сейчас Реджеп Тайип Эрдоган уже не является другом Путина. Таким вот прям. Какие-то странные очень процессы происходят. Все чаще Турция активно-активно поддерживает действия Украины и меньше риторики в адрес Путина примирительной. И мне кажется, эти все процессы очень взаимосвязаны. То есть реально геополитический выбор Турции, он сделан, и не в пользу России. Что касается других каналов, то мы знаем, что больше особо некуда. Китай не берет газ, больше «Сила Сибири-2» не будет, скорее всего, реализована. Во всяком случае, в том виде, в котором сейчас это обсуждается, «Газпром» остается фактически со внутренним рынком. Еще Словакия и Австрия чуть-чуть покупают у «Газпрома», да, вот по трубе, которая идет по территории Украины. Соответственно, мир переходит на сжиженный газ. Огромное количество мощностей вводится по сжиженному газу. Европа переходит на сжиженный газ. Соответственно, а России нет места в этом прекрасном мире будущего. Потому что Россию предыдущий пакет санкций Евросоюза, последний 14-й, обложил такими ограничениями в связи с этим именно бизнесом, что даже уже можно не мечтать, как раньше «Новатек», вторая по величине газовая компания, планировала перенести мощности с Ямала под Мурманск, потому что нет кораблей ледового класса для транспортировки газа. Никто не дает России, «Новатеку», эти корабли. Они сказали, будем возить вокруг Норвегии по незамерзающим путям. Но тут новый пакет санкций, и смысла уже переносить никуда нет. И оборудование Китай даже не дает. Китайская компания вышла из проекта «Ямал» СПГ. Соответственно, газовая история для России закончилась. Они будут, конечно, выжимать с внутреннего рынка все, что можно. То есть вот рост тарифов на газ, на тепло, на электричество, которое сейчас наблюдает население, это еще цветочки. «Газпром» будут спасать за ваш счет. Все, кто сейчас меня смотрят, и вас, уважаемый Питер, в России пусть об этом помнят, когда они увидят ценники в квитанциях ЖКХ, что это вы спасаете «Газпром». Дружков Путина, которые 20 лет воровали на строительстве этих труб, бесконечно просто воровали сотни миллиардов. И, соответственно, теперь вы будете спасать тех, кто обворовывал вас. Ишан, у нас остается пару минут. Последняя тема, это касательно уже украинской экономики, если вы не против. Просто очень такой крикливый, яркий заголовок, тревожный, вышел в журнале The Economist, об этом пишет и «Медуза». В августе Украина может объявить дефолт. Можно ли его избежать и какие будут последствия? И там просто пишется о том, что нужно завершить переговоры с кредиторами для Украины до 1 августа, говорит о том, что в обычном режиме, чтобы обслуживать свои долговые обязательства в Украине, пришлось потратить до 15% своего ВВП в год, и платежи стали, соответственно, второй крупнейшей статьей государственных расходов после обороны. Ну, мы знаем, как Кремль активно использует эту идею Украины попрошайки в своих пропагандистских материалах. Посмотрите, Украина, украинцы попрошайки, Европа от них скоро устанет. Да, вот Кремль читает подобную статистику, насколько это может их радовать. Что вы вообще можете спрогнозировать? Будет ли подорвана, собственно, в контексте этой информации способность Украины продолжать активно сопротивляться врагу, в том числе и военным? Никаких сомнений в том, что финансов будет Украине хватать для ведения войны и для сопротивления агрессии, у меня нет вообще никаких сомнений. Давайте разделим эту проблему на две части. Что такое дефолт и почему он опасен для нормальной мирной экономики? Нормальная мирная экономика немыслима без свободного заимствования средств с мирового рынка. И тогда очень важен ваш кредитный рейтинг. Да, он там А, Б или какой-то ниже. Вот. И качество заемщика в этом случае влияет на цену заимствования. То есть чем выше ваш рейтинг, тем ниже вы занимаете, ниже ставка, по которой вы занимаете, тем меньше ваш бюджет платит за обслуживание этого займа. Соответственно, ни о каких рыночных заимствований для воюющей страны, ну, не может Украина выйти на мировые рынки и сказать, я выпустила облигации, давайте мне доходность 5%, купите мои облигации, вы там через 5 лет, ну, это все немыслимо. Только
нерыночные механизмы. То, что сейчас происходит с поддержкой Украины, это нерыночные механизмы. Это решение стран большой семерки, это политические решения, скажем так, да, это не экономические рыночные решения. Поэтому никаким образом, возможно, дефолт или отсутствие дефолта не могут повлиять на возможность Украины заимствовать по рыночным ставкам. Они и так исчерпаны фактически в 2022 году. Соответственно, я бы не смотрел, на никаких алармистских здесь настроений быть не может. Дефолт это чисто в случае с Украиной. Да? В России, когда в 98 году был дефолт, это была мирная, невоюющая страна. Даже войны в Чечне не было в 98 году. Да? И для Украины сейчас сравнивать ситуацию с дефолтом в России, как бы неприемлемо. Соответственно, все, что я знаю про те финансовые ресурсы, которые направляются в Украину, они никак не связаны с рыночными механизмами. Даже если будет дефолт, это будет чисто технический. Есть понятие технический дефолт. Да, не смогли выплатить, сели, передоговорились, отнесли еще на 10 лет, поменяли доходность. Понятно, что когда бюджет Украины опять же формируется за счет стран, западных стран-доноров, то говорить о том, что столько тратится на обслуживание или столько, это все равно покрывается западными партнерами, условно. Украина, воюющая, истекающая кровью, не может нормально развивать сейчас свою экономику. Но нет никаких сомнений, что после того, как будет закончена война, перспективы Украины в разы лучше, чем в России. Да? Потому что действительно, почему важен мир, почему я понимаю, когда Зеленский борется не за остановку военных действий, да, а за прочный мир. Да? Потому что если российские войска остаются на украинской территории, это значит, что завтра все повторится. Почему он борется за 91 год за границей? По одной простой причине. Это возможность завтра начать обращаться к инвесторам и говорить, возвращайтесь в Украину. И Украина станет одним из самых лучших мест, потому что реально самые прорывные в ближайшее время индустрии, это связано с высокотехнологичным ВПК. То, что Украина показала всему миру, что она способна генерить продукцию для новой войны, Россия для старой, Украина для новой войны, да, морские дроны, беспилотные системы, все это огромное количество. То есть вот как раз в Украине это может стать очень мощным драйвером строительства. Да? То есть когда Украина начнет восстанавливать, это сразу мультипликатор для металлургии, для повышения доходов населения и так далее, и так далее. Соответственно, вот тогда можно будет говорить о рыночном рейтинге обязательств, кредитных обязательств Украины, и никаких сомнений, что все это реструктурируется, все это будет превращено потом в какие-нибудь 20-летние, 30-летние облигации. Да, часть будет списана, безусловно, у меня нет никаких сомнений. Что-то Украина сможет выплатить. Здесь вообще, пожалуйста, не надо никакой паники. Вот будущее России, которое полностью выпилено из мировой финансовой системы, это точно черная пропасть. Вячеслав, спасибо, и в том числе и за такую позитивную нотку, на которой мы заканчиваем. Спасибо за ваш дебют. Очень был рад с вами познакомиться в эфире. С вами, конечно, друзья, это был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. До свидания. До свидания. Друзья, спасибо, что смотрели за Майк Интернешнл. Без лишних слов передаю слово коллеге Фариде Курбаш-Галеевой, которая через пару минут будет с вами в своей программе «Точка кипения».